Добрый день, с вами Маргарита Супе, менеджер компании Vim Canaries, и сегодня у нас очередной выпуск для канала YouTube Vim Canaries. Мы будем сегодня рассказывать вам о туристических комплексах на Тенерифе. В чем разница между резидентскими комплексами, какие плюсы, и, соответственно, покажем вам один из лучших туристических комплексов Baobab Suites. В чем же разница между туристическим назначением жилья и резидентским назначением жилья? В туристическом комплексе хозяева могут приезжать в отпуска, привозить членов своих семей, останавливаться на несколько недель в году или, например, несколько месяцев, а остальная часть времени, остальную часть года туристическим жильем управляет управляющая компания. При этом управляющая компания берет на себя все заботы. Хозяевам ничего не нужно делать. Они занимаются бронированиями, всей коммуникацией с гостями, полностью обслуживаются все номера, отслеживается состояние мебели, наличие дефектов и так далее. Все это делается на очень высоком уровне и обеспечивается максимальный комфорт как для гостей, так и максимальная безопасность, комфорт и хорошее состояние апартаментов для хозяев. Хозяева всегда знают, что когда они вернутся к себе домой, их жилье будет в идеальном состоянии, никаких проблем не произойдет, а в случае какого-либо ущерба все расходы будут компенсированы гостями. Как и в любом пятизвездочном отеле очень высокого уровня, Baobab Suites предоставляет широкий набор услуг для своих постояльцев, для хозяев, которые приезжают здесь пожить, остановиться и отдохнуть. Например, в комплексе есть три бассейна. Два для плавания подогреваемых, температура воды круглый год, средняя температура воды 26 градусов. И также есть небольшой бассейн, специально приспособленный для лиц с ограниченной мобильностью. В отеле есть замечательный спа, где вам предложат аюрведический массаж и другие виды косметических услуг, парикмахерская. Есть абсолютно замечательный спортклуб, о нем мы расскажем немножко подробнее попозже. И замечательные рестораны, где вы можете получить великолепный гастрономический опыт. Завтраки, обеды, ужины, бич-бар, пляжный бар. Все это дает возможность постояльцам, хозяевам чувствовать себя действительно как на отдыхе и вести очень комфортную жизнь. Конечно же, для хозяев это означает, что контингент, атмосфера и люди, которые пребывают в этом отеле, тоже на высоте. Это замечательные люди, здесь достаточно тихо, спокойно всегда, высокий уровень приватности, конфиденциальности, нет каких-то громких звуков, музыки, то есть все приспособлено для спокойного отдыха. Теперь поговорим немножко о номерном фонде. Например, в Baobab Suites 125 апартаментов. Эти апартаменты все разные по количеству спален. В части апартаментов есть бассейны или джакузи. В тех апартаментах, где нету бассейнов, это на самом деле не проблема для гостей, потому что у всех есть доступ к общим подогреваемым бассейнам с великолепными видами. В части бассейнов есть даже песчаные свои пляжи, чтобы полностью воссоздать отдых, как будто вы находитесь на берегу океана. Если вы хотите купаться в океане, нет проблем, океан очень близко. И если гости не хотят, например, идти пешком, Baobab Suites организует на ресепшене трансферы для своих постояльцев. Вообще, ресепшен Baobab Suites предоставляет все виды услуг. Это круглосуточная поддержка, можно организовать любые заказы в номер, завтрака, обеда, романтического ужина, массаж, какие-то косметологические процедуры. Другими словами, хозяев апартаментов Baobab Suites ожидает все то же самое, что же ожидает любых туристов, постояльцев пятизвездочного отеля, только это ваша недвижимость, которая в свободное время от вашего пребывания приносит вам доход, хороший доход. Теперь поговорим немного об управлении такими апартаментами. Хозяева апартаментов отвечают финансово за уплату налогов, за уплату ежемесячных платежей комплекса, но при этом в свободное время от проживания они получают доход от туристического пребывания, от краткосрочной аренды. Все управление на себя берет управляющая компания. Делают они это очень на высоком уровне.
есть все календари бронирований, с хозяевами обсуждается стоимость пребывания, устанавливается, заключается договор. Таким образом, вы сможете работать очень плотно с управляющей компанией и получать хороший доход, контролировать, каким образом управляется ваш апартамент. А также вы можете не контролировать аренду, если у вас нет на это времени. Управляющая компания все сделает на высшем уровне, за вас заплатит все налоги, предоставит вам все отчеты. То есть, когда ваше жилье сдается в аренду, вам не нужно следить за состоянием мебели, апартамента. Если что-то сломается, то управляющая компания все заменит, починит, уберет и так далее. Какие еще дополнительные услуги предоставляет Babab Suits? Это место подает себя как эксклюзивное место, где люди могут почувствовать свободу, активность, могут реализовать весь свой потенциал. Особое внимание уделяется активному отдыху. Например, Babab Suits очень активно поддерживает велосипедистов. Очень известно, хорошо известно, что на Тенерифе удобные трассы, удобные дороги для спортсменов-велосипедистов или для тех, кто увлекается этим видом спорта. Babab Suits предоставляет хранение велосипедов, полностью техническое сопровождение. Спортсмены очень любят здесь останавливаться. Особой изюминкой отеля является спортивный клуб Activate. Он оснащен по последнему слову техники, там великолепный тренажерный зал, замечательные пилатес-инструктора со всем оборудованием. Вы можете получать дополнительные услуги, индивидуальные тренировки. Есть групповые тренировки, есть занятия йогой, есть падел, теннис, волейбол, а также большая территория с бич-бар, пляжным баром, где вы можете насладиться здоровой, органической, хорошей едой, замечательными напитками, смузи, соками свежевыжатыми и отдохнуть после тренировки, восполнить свою энергию. Архитектура Babab Suits современна как снаружи, так и внутри. Снаружи вы видите соединение современных линий, бетон, стекло, пространство, которое органично впитается в ландшафт. Это песчаные пляжи, это поверхности бассейнов воды, которые точно так же органично смотрятся с горизонтом, с океаном. Также из номеров видно горы, и это тоже очень красиво сочетается со всей этой современной архитектурой. Внутри апартаменты выполнены в минималистичном стиле. Также они дополнены прекрасной современной техникой. Из комнат открываются прекрасные виды, потому что все комнаты с панорамными окнами. Вы можете видеть океан, горы, все побережье Коста-Адехи. Vim Canarias предлагает своим клиентам эксклюзивные апартаменты, односпальные, двухспальные, трехспальные. Пожалуйста, обращайтесь к нам, если вас заинтересовал данный обзор и вам кажется, что именно такой вид проживания, отдыха на Тенерифе вам подходит. Мы будем рады вам помочь. С вами была Маргарита Супе. До новых встреч!